В Атыраускую область для борьбы с паводками направлено около 200 единиц техники из Шымкента и Жамбылской области. Спецтехника задействована в берегоукрепительных работах, а также в откачке воды в городе Кульсары и районах. В регионах сохраняется паводкоопасная ситуация. Уровень воды в реке Урал в Атырауской области на сегодня под особым контролем. В зоне риска Махамбетовский район. Там организовано круглосуточное дежурство, чтобы следить за наполнением реки. Для этого вдоль русла работают свыше 40 постов. Касательно Атырауской области и реки Жайык, по данным Казгидромет на 16.00 сегодняшнего дня, уровень реки Жайык в поселке Индербург составляет 804 сантиметра, при опасном 845, в поселке Махамбет 818 сантиметров, при опасном 850 и 475 сантиметров. В городе Атырау опасный уровень составляет 550 сантиметров. Ведется откачка воды с затопленных территорий в Атырауской области, в Петропавловске и Хызылжайском районе на севере страны и в селе Зубовка Восточно-Казахстанской области. Также организованы дезинфекционные работы на местах. В городе Атырау и Курмангазинском районе Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык и берегоукрепительной работы. За сутки в городе Кульсары откачано 150 тысяч кубических метров воды. Ведутся работы по откачке оставшихся потопленных 216 домов. По данным оперативного штаба, на сегодня по республике вернулись в свои дома свыше 48,5 тысяч человек. В эвакопунктах остаются около 6 тысяч. Вода отведена из более чем 8 тысяч частных жилых домов. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Информбюро.